Ребята, всем привет. Немножко отступлю от видео. Короче говоря, ребят, у нас уже собралось 3 человека для поездки на соревнования на Байкал. Еще нам нужно найти одного человека, кто поедет с нами. Уже неплохая, классная компания у нас собралась. Мало того, что добавлю, Победа выложила нормальные рейсы прямо до Улан-Удэ. И благодаря этому ценник поездки снизился. То есть я хочу уложиться туда, обратно, плюс там, ну все полностью под это самое, под ноль, в 25 рублей с человека. Я считаю, чтобы взглянуть на Байкал, это вполне подъемная цена и вполне недорого. Нас уже трое, остался всего-навсего один человек, поэтому присоединяйтесь. Напомню, что оно состоится 29-30 марта. Вылетаем из Калининграда 27 марта, возвращаемся 31. Так что, ребят, думайте, но не затягивайте время, пока есть эти нормальные билеты по цене. Ну а далее смотрите мой отчет за воскресенье. Ребята, всем привет. Ну вот, наступило утро. Где-то сейчас 5:30 утра. Честно говоря, так спалось хорошо, что, блин, вставать реально не хотелось. Но Серега вот почти всю ночь ловил, говорит, поклевки были, выход был под лещика, прям такой. Просто, говорит, поклевка за поклевкой. Ну, не крупный, но тем не менее. Что-то было. Лопичка поклевывает, ёрш достает. И все в таком духе. Я вот только что просверлился. Замешаю прикормочки. Офигенно пахнет. Решил попробовать, ребят, на бутер сперва половить. Как бы вообще все зарядить на бутерброд. А, прикупил такую, блин, удобную штуку, честно говоря, ребят, похвастаюсь. Такой под опарыш. То есть крышечку открыл, вытряхнул, обратно затряхнул. Кому из этих опарышей сколько надо тебе. Ночью задувал ветерище, пипец просто западный, такой в палатках, ходуном все ходило. Сейчас он подстиг, такой дует сейчас, наверное, пару метров в секунду. Ночью было пипец, так немножко, даже жутковато. И с окна прям такая щель, и прям в шею, блин, задувало. Прям такую струю. Я как бы потом уже пришлось спальный мешок достать, чтобы хоть укрыться. О, есть. Рыбка поклевывает, ребят. Так что, в принципе, все хорошо. Более-менее неплохая плотвичка. Ё-моё, ящик разваливается уже совсем, бедолага. Надо менять уже. Вот такая плотва. Вполне неплохого размера. Вот. Не сильно, конечно, огромная, но... Для этих мест нормальная. Причем, ребят, самая крупная плотва у меня клюнула самой первой. Я уже штука там, наверное, штук, наверное, ну, наверное, с десяток поймал. Самая первая плотвичка. Короче, она мне всю удочку перепутала. Туда-сюда, пока я с ней возился. Удочка, короче, вся в узлах, а плотва в лунку так и ушла. Место вчера для палатки в темноте уже выбирали. Так достаточно долго приходится. Там искал максимально толстый лед. Ну что... Есть. Так вот, чтобы, ну, нормально поставить, и место выбрано удачно. Неплохая плотвичка. О, и ёршик, дуплет, короче говоря, ребят. Снизу ёршик, сверху плотвичка. Так вот, по крайней мере, хоть такая лютая, можно сказать, оттепель с ветром. Воды в палатке как бы вообще нет практически. Лунки просверлила, вода вообще ушла. Так что отличное место выбрал. Что там где-то двойной, где-то тоньше гораздо. Хреначит, ребят, как из пулемета, на все удочки сразу. Попробуй подсеки, называется. Здесь мормышка стоит, вот на игру не хочет. Тут вот поиграешь, поставишь, раз, начинаются поклевки. Вот так, ну, вернее, не поиграешь, а подергиваешь. Есть. Плотвичка на игру начала соблазняться. Отличная плотва. Не очень крупная, но пойдет. Ну, такую мы отпустим, мелковато. Ершарик похоже на демона такой.
Да, ребятки, синокосик пошел. Ну, такая что-то посерьезнее. Харту хорошая. Отличная платочка, ребят. Бомба просто. Да, рыбалочка сегодня радует. Это не прошлое воскресенье, когда как в ванной тут было все. Шевелит пипец. Бывают такие поклевки. Именно больше-то, в большей мере такой более-менее крупной полотвы. Уже она так еле-еле, блин, кивочек видать. Глаза сломаешь. Блин, этот демон начинает уже доставать. Ребят, пипец, блин. Как из пулемета. Это вот платвичка. Не, это огромный ёрш. Я думал, это платвичка. Ёршарик. Такого можно взять. На завялку пойдет. Ловлю, ребят, на бутерброд. Два опарика. И мотылек. Мотылек на пучочек. Пучковязом делаю. Заколебали. Ребят, это пипец какой-то. Только поставил удочку, уже сидит. Только свежего насадил все. О, уже получше что-то. Не ёрш вроде бы. Платвичка отличная. Красивая плотва. Ай, блин. Ё-моё. Плотва вечно начинает брыкаться. К ее соплям леска, блин, прилипает. Может поперепутать так, что не разочарует. Да, ребят, что-то этот демон вообще меня достал. Короче, ребят, почти рассвело. Вот, блин, в самом рассвете. Ёрш тупо не дает расслабиться. Он долбит. Вот, не могу он поднять. Вторая удочка точно тоже он сидит уже, походу. Сразу две подымать удочки, блин, перепутаешься, тут будешь потом возиться полдня. У меня одна вот так лежит. Вся та запутанная, которую мне плотва перепутала все. Плотвичечка. Хоть прострельнула после немеренного количества леща. Фу, блин, леща, ерша. Заболтался я тут с этим ершом. На, ребят, пипец, блин, я уже на мормышку посадил чисто опарыша, и то этот демон атакует мгновенно просто. Ох, хорошая платвичка клюнула. Супер. Ну, ребят, такая неплохая платвичка прострельнула. Ну, что-то поклевки как-то подсдулись. Стали такие более редкие. Ну, ёрш как бы покоя все равно как не давал, так и не дает. Тряпку забыл, блин. В перчатках их пришлось, вот это теплообменники. Сушу мокрые. Руки вытираю. Так. Ох, вкус смайликов тут. Один большой пельмень. О, тепло. Ну, шайтан. Да. Ой. Супер-пупер. Это Андрюха, наверное, пошел лунки проверять. На 21-й проверять. Что-то, ребят, как-то все наотрез. Палатки перестало вообще клевать. У ребят тут в округе поклевывают, а у меня как-то все грустно. Поэтому сейчас пошел, засверлил десяток лунок. Сейчас пойду вокруг палатки похожу, попробую.
А, ребят, конкретно оттепель ударила вообще на градуса 4 на улице, 5 дней такое ощущение. Пипец, как снег тает, перчатка выпала. Блин. Снег прям вот вообще пипец, на глазах тает. Лед пока еще в порядке, толстый, но еще, думаю, пару дней. Если не будет нормального мороза, то мы наловились тогда в этом году. Кратенько, ребят, расскажу про свет в палатке. Может, кому полезно будет. Купил вот такие лампочки диодные с патронами. Всего потребляют 12 вольт на 7 ватт. То есть купил я их в Бау-центре, ну, короче говоря, в строительном магазине. Потребление у них мизерное. В принципе, по большому счету, хватит одной лампочки в палатку. Я просто сделал так с двух сторон, что бывает, если по центру вешаешь, когда над лункой наклоняешься, сам, ну, с собой затеняешь лунку. А поэтому, ну, с двух сторон они как бы светят. У меня все прекрасно было видно. То есть в темноте прекрасно ловить. И я думаю, что очень маленькая батарейка, аккумулятор небольшой. В принципе, продержится, я думаю, долго. Кто-то хоть стал, ребят, поклевывать, по лункам пошел. Ну, ребят, какой ершара клюнул. На завялку пойдет. Блин, сошла. Раз такая. Раздраконил я луночку. Вот, неплохая плотвичка пошла. То есть по настоящей поплавке плотва перестала клевать. И я вот реально, ребят, рядом с палаткой свой сел, где у меня вообще мертвяк. И играл, что только не делал. Уже, наверное, с пару часов. Как-то даже стало совсем скучно. Пошел вот вокруг, насверлил лунок, закормил. Сколько, штук 10 я лунок походил. И вот как бы остановился у лунки, которая была прямо около палатки. Причем я так к этой лунке скептически отнесся. По той причине, что рядом с палаткой, в палатке не клевало. Пытался все более дальние лунки проловить. А тут, пожалуйста, вот они, поклевочки идут. Да, потеплело, ребят, просто пипец. Ветер хоть стих, ночью задувал, просто караул. Палатка ходуном ходила. А сейчас вообще все устаканилось, штиль. И ловить даже вот на легкую мормышку вполне можно без палатки на улице. Чайка, зараза. От на той лунке поймал плотву, блин, стырило, ё-моё. Дуплеты идут, ё-моё. Ну, ребятки, клюнул вот такой вот подлещик. Мы его отпустим, пускай растет. Совсем мелкий. Да, ребят, сейчас по льду уже скользко местами идти. Вода под ногами. Вот снег тает моментально прямо на глазах. Как бы такая вот фигня. Как-то поклевало так с одной лунки и перестало. Еще у меня там тоже, ну, еще на другой лунке стоит просто брошенные там две удочки. На одну прихожу, постоянно плотвичка какая-то сидит. Когда сидишь на нее, там тупо смотришь на поплавок, нифига ничего нету. Отойти, стоит только отойти, через 3 минуты возвращаешься, сидит. И так несколько раз. Я там оттуда штуки 4 поймал с той лунки. А так в основном все вот здесь. Даже поплавочка стоит вообще мертвяком. Вот все как-то на игру. Ну что-то как-то замолчало. Причем как-то у всех. Блин, сошла у лунки, ребят. Ну, не крупная. Крючки голые. Отошел от этой лунки ненадолго. Все, уже крючки полностью оголенные. Так что началось опять какие-то. Начались опять поклевки.
Ершара, блин. Ёршики подоспели. Зараза такая. Никита пошел раньше времени домой и не дошел. По крайней мере, он подлещика такого уже поинтереснее поймал. Ну. Багор, багор. Ну что, ребят, вот и подошел сегодняшний день к концу, сегодняшняя рыбалка. Ну что по сегодняшней рыбалке сказать? Значит, рыба клюет и сейчас клюет. Нашел я лунку, две лунки, которые вполне успешно ловят. Но уже время, пора собираться. Пока сейчас соберемся, пока доедем. Ну, надеюсь, что ехать будем сегодня гораздо легче, чем вчера. Сюда мы добирались, еще было много снега. Талого, вот рыхлого, при котором буксировщик тупо не хотел, отказывался ехать. Так что сейчас, думаю, доберемся полегче. Клевало хорошо в темноте. Поздновато, конечно, я сегодня проснулся, где-то только часов в 5, наверное. И в 5:30 где-то примерно начал ловить, потому что мы вчера как приехали, лунки мы не сверлили. Сверлить начали только с утра, потому что, ну, правда, были уставшие и уже в темноте устанавливали палатки. Ну, как только рассвело, подошел сразу же ёрш. Короче, как из пулемета, там, блин, в две руки тягал этого ерша. И помимо ерша, как бы, простреливала плотвичка. Потом, как бы, все, тишина. Часам к 11, не поклевки, как будто в ванной. Даже к 10, наверное, где-то так. Потом успокоился ветер абсолютно. Я уже тоже решил, закормил несколько, наверное, с десяток лунок, просверлил. И из них я нашел все-таки заветную лунку, где вот начались поклевки, да. Но они не то, что там, как из пулемета, надо, как бы, было так, на кивочек, кивочек. То есть в основном клевало на мормышку, ну и там еще одна у меня лунка, которая в принципе были поклевки на обычные, как обычная поплавочная снасть. Вот только с кивком она у меня так стоит. Что сегодняшний день, в отличие от прошлого воскресенья, рыбалка удалась, потому что прошлое воскресенье я даже видос не делал, потому что мы просидели как будто в ванной. Но сегодняшняя рыбалка просто отличная, наловились, обловились, можно сказать. Не то, что там не тонну, конечно, это рыбы, нормально, на завялку очень даже достойно поймали. Ребята там, видел, пару лещей подняли, таких более-менее неплохих. У нас леща не было, ну вот этот подлещик вы видели, что я отпустил. Вон, сейчас ребята резвятся, она клюет и клюет. Я уже просто тут мне много барахла собирать, я последний начал собираться, поэтому я уже ловить уже не буду. То есть и вчера, и сегодня набегался по лункам достаточно, так что, ну, есть такая усталость, сейчас даже вот настолько лень собираться, просто караул. Ладно, ребят. Всем желаю рыбалок намного более удачливых, чем у меня сегодня. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и до новых встреч на водоемах. Погнали собираться, да поехали!